Давай, Асия, пойдем, пока не опоздали. Если бы не мой экзамен, я бы тоже пошла с вами. Сегодня великий день, правда, Асия? Да, ты права. Надеюсь, мне не придется краснеть за себя. Пожелай мне удачи. Собери сына, Асия, я вызову такси. Асия, оставь, я уберу со стола. Займись Мимо. Большое спасибо, букет. Обещаю, вечером я помою посуду. Мехмед заснул. Теперь его не добудешься. Алло. Учительница, даже не думайте об этом. Я создал и веду этот бизнес в какой-то степени благодаря вам. Пожалуйста, не обижайте меня больше. Сынок, вот и не порть начатое дело. Мы с Асией поговорили, договорились и приняли решение. Она будет работать на меня, выплачивать мне деньги. Если ты не возьмешь их, то что будет? Хочешь, чтобы все говорили, что учительница Гюнер заставляет вкалывать рабов? Хорошо, учительница, будь по-вашему. Но позвольте мне хотя бы сделать 50% скидку. К тому же мы не будем требовать оплаты с этого маленького господина. Нет-нет, мы поговорили с сыном. Он не любит компьютеры. Он хочет быть врачом. Молодец, крошка. Он сделал правильный выбор. Не придется искать врача, когда состарюсь окончательно. Учительница Гюнер, как я выплачу вам этот долг? Как же еще? Будешь работать. Причем много работать. А я скоро погляжу на твои успехи. Этого мне будет достаточно. Даю вам слово. Я не подведу вас. Я буду много работать. Хватит с нас этих слезливых сцен. Пошли домой. Сейчас наш мальчик проголодается и закатит истерику посреди улицы. Идемте. Понимаю. Благодарю. Всего доброго. Требуется продавец. Уборка. Что случилось, дочка? Что за вид? Что опять случилось? Я даже в парикмахерской не могу найти работу. У меня нет никаких навыков. Я не справлюсь, не получается. Я проиграла. Я не могу позаботиться о себе и сыне. Денег осталось совсем мало. Скоро я и аренду не смогу платить. В огромном городе для меня нет ни одной работы. Я и так ничего не понимаю на этих курсах. Голова не соображает. Ну что поделать? Я дурочка. Не получается. Асия, ужин готов. Твой сыночек наелся, напился. Спит наверху. Идем, поработаем вместе до начала ужина. Я хочу поскорее напечатать этот роман. У меня не осталось терпения. К тому же я внесла большие изменения в первую страницу. Идем. Что? Что ты на меня так смотришь? Сейчас пойдешь к себе сетовать на судьбу? У тебя есть другие дела? Нет. Пошли. За неделю ты многому научилась на компьютере. Вставай. А я пока налью нам чай. А ты неси компьютер-букет. Тебе заказана передышка, Сия. Заказана. Что ты там бормочешь? Я не поняла.